В Минске завершилось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Главным во время переговоров стал вопрос безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олефер. Украинская сторона настаивала, чтобы на оккупированных территориях отказались от рейдерского захвата украинских предприятий, а представители ОБСЕ получили к ним беспрепятственный доступ. На заседании удалось договориться о погашении части задолженности за потребленную в Ордло воду, а также за реконструкцию моста в станице Луганской. Я призываю стороны безотлагательно подтвердить свою поддержку этого проекта и обеспечить в нужное время условия для его реализации.